вот такую хочу вам показать красивую баню. Сама ее вижу первый раз. Но, естественно, есть градусники, чтобы измерять температуру. Камни нагреваются. Смотри, такой ковш с сеном. Вы знаете, очень красивая, вкусно пахнет эта банька. С таким классным экраном отражения. Вот такая чистенькая. Люди приходят сюда со своими простынями, полотенцами. И вот еще такое сено здесь находится. Вот такая она очень симпатично выглядит. Вижу первый раз. А если вы не первый раз видите, то напишите, какую вы еще видели баню интересную. Хорошо окунуться. Такая красивая зеленая подсветка. Я очень-очень. В этой бане мы с вами были. Здесь карпатская баня. Она обычная, просто баня. Здесь свинникам рекомендуют париться. Прям таки написано баня с свинником. И идем дальше. Посмотрим, что здесь. Здесь сауна теплая. Теплый пар здесь. Смотри, какой. Тоже вкусные такие ароматы, ничего не видно, понимаю. Вот такие очень интересные ведра стоят, где мы можем с собой попариться. Святой Щербель, это муж. Все чистенько, красиво, посмотри, по-новому, вообще супер. Здесь мы можем воды попить. Обычная вода, набираем, после бани суши всегда. Спуск в бассейн, здание. Мы в здании находимся, нужно будет потихонечку пройтись и попасть в бассейн. Вот такая милая экскурсия. Здесь, посмотри, вот лежачки стоят, нужно будет сюда зайти и здесь попариться. Все с подсветками, очень красиво придают настроение.